Всем привет, друзья! Очередная посылка из Китая и из AliExpress. Вот стали китайцы сейчас, у них переоценка, видимо, пошла по затратам на пересылки, и они стали присылать вот одной упаковкой. Если ты заказываешь много всего, они делают вот так. Вот они все присылают один пакет. Это, наверное, правильно. Ну и поехали. Вот такая вот термоупаковка для электриков. Но единственное, что я заказывал диаметр 25 миллиметров, а здесь, ну, здесь один, наверное, миллиметр. Ну, буду заказывать спор. Но так сама по себе термоизоляция очень даже неплохая, то есть, ну, ее использовал. В общем, короче, где-то произошла ошибка, будем открывать спор, возвращать. Ссылку оставлю в описании, возможно, вам придет то, что вы закажете. Всем спасибо, всем пока.